Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так, дальше мы сейчас в гильдии. Так, мы получили новую булаву, нашли точнее. Но она почему-то меньше урон, чем мы двуручки. Поэтому лучше один двуручка обратно. Вроде он в порядке. Так, торгаш наш. Что я могу для вас сделать? Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Так, зелье воли. Давай максимум купим. Зелье тоже по максимуму. Погост — это ужасное место. Так, мне надо... Точнее, хотел сходить к этим... К стенке этой, к двери демонической. Сдаваться с ключей. Темен твой путь, лишь свет озарит его. Ну-ка, фонариком. Твой путь освещен, и это славно, ты догадался. Зашибись, нужно было всего лишь посветить фонариком. 4 из 12 дверей. Так, что у нас тут? Книжка. Сундучок. Кто-то здесь книжки читает, раз это. И духа сидит здесь. Так, и снаряжение. Что у нас тут? Могущество использовать. Так, ловкость использовать. Наряжение. Бухло. Эликсир жизни использовать. То есть теперь мы можем повышать только эликсирами жизни. Себе здоровье и ману также. Так, я хотел в лес сгонять, посмотреть, может там где грибочки есть. Тут там одна обкуренная, обдолбашенная дама. Говорила, что она тут где-то грибы жрала с кем-то. Так, пройдемся. Ну, тут что-то можно поймать. Может, очередной грибочек здесь выловим, как в начале игры. Вообще легко поймал. Ключик серебряный, еще один. О, эй, наркоман. Привет. Слушайте, вы не могли бы кое-что для меня сделать? Меня зовут Сайрел. У меня с друзьями был тут ночью праздник, и я познакомился с обалденной девицей из Оуквейла. Ох, Майра. Она вся такая, ну, по крайней мере, мне показалось. Хотя мне тогда много чего еще показалось, особенно эти деревья грибы на ножках жрёшь. Запомнились. Ну, понимаете, о чем я? Нет, не Но понимаю. Но все равно я хочу ее снова увидеть. Наверное. То есть, может, все дело в грибах, а на деле она страшна, словно ведьма. А если и нет, вдруг я ей не понравился. Все равно я хочу рискнуть. Пожалуйста, да, пофиг, передайте грибов ей нажрался, письмо попер. Я должен знать о ее чувствах. Неизвестность убивает меня. А, и вот еще. Не пытайтесь выдать письмо за свое собственное. Я над ним 2 недели просидел, душу вложил. Да, да, да. Нашли твою бабу. У меня тут целый рот уходит за мной. Так.
Это значит, нам нужно, как говорится, на родину. Ну, погнали. Заодно и хату себе куплю там. А то я хотел, да не купил никак. Приятно видеть тебя, герой. Конечно, купить одно, титул и получить другой. Вообще зашибись. Так. Вовы долго. Так, где тут наркоманша живет? Где-то вот тут вроде должна быть. Крайний дом. Жалко, нельзя прокачать скорость бега. Сразимся бок о бок во имя добра. Фокс, охранник. О. Думаете, я хорошенькая? Один человек на празднике в гильдейском лесу сказал мне, что да. Мне показалось, под грибами вроде бы хорошенький. Он в меня влюбился. Вы с ним не говорили? Ой, это ваше? Не может быть. Он правда меня любит. Пишет, что мои глаза как два сияющих солнца. Надо сообщить ему о своих чувствах. Пожалуйста, передайте ему это. Ох, скорее бы рассказать обо всем Фионе. Ой, боже мой. Так, погнали. Знаменитый аватар. Да! Ну и мужик. Ура! Ура! Надеюсь. Да! Эй! Что-нибудь? Да что угодно. Рада видеть тебя. Без него мне не жить. Да ну. Так, где мой этот домик, усадьба, так сказать, минная? Угу. Так, купить, сдать в аренду. Думаю, прозвище «Аватар» ему подходит. Ура! Че их всех так глючит? Угу. Так. Аватар? Откуда такое странное прозвище? Все оттуда же. Да! Так, мне надо сейчас отдать ему ответ. День героев. Ой, господи, беготня, беготня, еще раз беготня. А этих не закадришь, получается. Гильдейский лес. Где сосны до небес. Где ты, наркоман несчастный? Я ей нравлюсь! Ох! Она такая красотка! Вот, возьмите себе за труды. К чему мне это все, когда я обрел любовь? О, грибочек.
Еще бы один где-то найти. Так, мне нужно меч достать. Так. Портал. Прям сучку просеку перемещусь. Там может тоже что-нибудь прикупить можно. А, он тоже продается. Могучая вата! Да! Ух ты! Повылазили бобры. Чудесно! О! Да! Только лучшие бойцы принимаются в наш клуб. А ты не больно пока хорош. Пройди сперва через Бауэрстоун, Разбойников и Оуквейл. Тогда поговорим. Пипец. Не возражаешь. Он просто великолепен. Эй! Я думаю, мне все нужно. Все бухают. Аватар? Откуда такое странное прозвище? Готов помочь? Так, что ты продать можешь? Так до хрена, так дофига. И все, что ли? Лучшие цели. Ну или типа того. Ура! Пиво! Пиво, если не трудно. Ссать будешь криво. Мне бокал пива, и чтобы в нем был зонтик. Подвинь-ка нам пиво, мне бы пиво. Сортировщик надо сортировать несколько наборов карт по разновстанию в скрещенное время. Пиво бы ну, давай продолжим. Блесни, пивка. Пиво, если не возражаешь. Ну давай попробуем. Пиво, если не трудно. Пиво. Пиво, пожалуйста. Нам бы пиво, пожалуйста. Пивка. Пиво, пожалуйста. Большое спасибо. Мне пиво. Без него мне не жить. Чудесно! Да. Да. Ура! Да ладно. Ура! Уху! Да! Да! Так. О, дорогой мой. Чем я проиграл-то? А, это девятка или шестерка, фиг ее поймешь. Шестерка. Хрен с тобой. Перетасовка. Подходи, отличная игра. Что тут уже началось? Я хочу пиво. Ура! Бухаю. Отлично! Ура! У половины деревни уже крышу понесло. Вот этот купить, что ли? Ни хрена себе. Аватар! Добрый день, аватар! Там бухают. Здесь храпят. Приятного.
Ага, еще разок. За высокие результаты получаем призы. Ну-ка, ты чё? Добро пожаловать на конкурс стрелков! Участие стоит 10 монет! Не хотите попробовать? Вдруг выиграете приз? За высокие результаты предусмотрены призы! Да, и какие же? Для начала остановитесь в круг напротив столба. У вас есть 60 секунд, чтобы поразить как можно больше мишеней. За разные мишени дается разное количество очков. И если вы думаете подобраться поближе, то забудьте сразу. Выход из круга, дисквалификация. И еще. Никакой магии. Это тоже запрещено. И последнее, но важное. В меня не стрелять. Да ну. Сколько же набрать? Да ладно. Уберите оружие. Посмотрим, сколько у вас очков. И выиграли ли вы что-нибудь. Поздравляю! Вот ваш приз. Проверим, насколько вы хотите снова поп... Да ладно. Попал. Уберите оружие. Посмотрим, сколько у вас очков. Это новый рекорд! Поздравляю! Подсказка четвертая. Как насчет вас, сэр? Испытайте удачу. Хрен с тобой. Так, где мне нужно сходить за мечом? Кстати, что там за подсказка? Четвертая подсказка. Придорожный помощник укажет путь, шагая ее преграды, упорен путь. У нас получается четвертая, пятая, шестая есть, первая и третья не хватает. Ah!
Кукловы. Это что, которые ассасина подозвали ко мне? Да, ассасин он полный. Насасывает точно. Лавки открываются! Так, ассасина мы завалили. Так, мне нужно отсюда добежать до меча. Что это было? Твою мать. Как у тебя дурами не хватало. Давай, умирай. Хорошо, что ты плану купил что-то. Ух ты, иди полезу, он знает, что это. Он тебе покажет. И ух ты, и ух ты. Ну да, да, подойди. Умительно. Марине кончит удовольствие. Так. Торгаши. Он настоящий. Так. Мне нужен меч. Нормальный. Наверное, аватар. Держу. Давай, сваливай отсюда. Да не вытащишь ты. Вообще дрова какие-то полнейшие стоит здесь. Выкабенивается. Ну и все, давай, сваливай. Ну, давай, давай, вали отсюда, вали. Так, вытаскиваем меч. Давай, ты сможешь. Ух ты, сила-то великанская. Надо скорее вождю рассказать. Ничего он тебе. Артур или Робин? Так, чё вообще хоть я за дову вытащил? Так. 178. А сколько разницы? Ух, нифига себе. Жало. Так, укол острый. Угу. Сразимся. Так, по заданиям. Не сильно. Нападение с инпетитом может... Ассасинов уже завалили. Одного. Стязание стрелков было, висельное дерево, путь к кладбищу, храм света. Так. Так, просека. Переместиться. Вожак.
Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Выгодное. Так, все темно, темно, темное. Даже эти несравнимы все равно. Ветропламени, молнии, страты. Молнии. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такой великодушие. Чудесно. У нас ух ты! Проходите. Рад вам услужить. Унтали татуировки, труп моряка, забрала корона, вой, темный вихрь, Криндона. Грифонит какой-то. Лик смерти. Ящерица какая-то. Огненная обезьяна. Глаза скорма. Ё-моё. Корона. Даргон. Нога, рука, ядовитый паутин какая-то. Где там обезьяна была? Вот это что сделать? Ахрен, я купил. Ты победил могущественную Уиспер и сохранил ей жизнь. Знаменитый аватар. Эй! Да. Мап тут дофига. Ладно, пойдем виселицу вешать. Так. Холмогорье у нас есть. Что у нас еще есть? Бо. Великолесие. Так. Где? Ромеева. Лушвиль. Несемся туда. У нас же там задание по виселице. Приятных впечатлений. Чудесно! Уху! Чудесно! Так, стоп, это был здесь ключ наверху. А, аватар! Да! Так, а вот и ключик. Могу я вам что-нибудь посоветовать? Он просто чудо. Да ну. Так. Погнали. У нас тут задание, по-моему, сопровождение как раз. Бандюга. Вы гляньте-ка, кто тут? Ну, наконец-то, теперь нам надо идти. Палач не любит, когда опаздывают. Все, держим ушки на макушке. Как будем на холм подниматься, дружки-разбойнички могут попытаться его отбить. Не впервой уже. И это, чтоб не без всяких там... Никто его пальцем тронуть не должен, кроме самого палача. Все ясно, ясно. Сопровождать этих баранов.
Эй, Монти, а скажи, хорошо, что мы его сегодня топориком? Думаешь? Не знаю. Вчера за черти что получилось, весь день пришлось кровь молоть. Да-да, только помнишь, что в тот раз было, когда ребята по такому же делу без героя пошли? Да не стой ты тут! Дерись! Ты сдохнешь! Догоняй его! К нам иди! Ладно, пошли! Че это было сейчас такое? Что хотел сказать, не понял. Сам, наверное, не знаю, что хотел сказать. Скоро напасть, разбойники! Не дай ему убежать! Слушай, приятель, держись рядом с нами. Ладно, пошли. Ну, ассасин убегает. Думаю, вон в том доме еще несколько должно быть. Хе, несколько. Там целая армия. Готовься повизжать. Давай. Вот ведь наглый гад, а? Я-то думал, перед казнью человек скромнее становится. Небось, у мельницы тоже будет несколько. Давно ее пора было снести. А мне мельница нравится. Никакого от нее вреда. Если там так и будут разбойники кишить, снесем. Наверняка еще какие-то подонки захотят его освободить. Привет, ребятки. Сейчас я могу смотреть. Все, отпрыгались. Прикрой нас лучше с тыла. Флинт, как у нас дела впереди? Пока все чисто, Монти. Только я брюхом чую, что это еще не конец. Лучше б еще другое брюхом чую. Бей их! Разбился. Ладно, пошли. Все, отстрелялись. Такой ветер дует. Мы вечно... Исцеление хорошая вещь. Мана восстанавливается постоянно. Можно и не подождать, там немножко посидеть. Мана Тригенти отхилится. Банк, конечно, в принципе, потребуется время боя, а так... Палач обрадуется, что Ему конец. Эй, полегче! Осторожнее! Ладно! Осторожнее!
Ну и все, каюк ему. Молит о пощаде. Поздно молить. Все. Каюк. Радость сколько. Так. Что у нас по заданиям? Тут еще один гриб нужно найти. Книжки, охотник с сокровищами. Часов с корма. Угу. Ладно. Путь к кладбищу. Пойдем по кладбищу прогуляемся. Цель. Путь к кладбищу. Поговорить с могильщиком. Так, дверь у нас. Оставь меня в покое, гнойное создание. Я терзаюсь лишь пред Ностро, древним стражем двери, а не перед тобой и не перед тошнотворным могильщиком. Ну ты какой? А, вы что тут? Так у тебя полный набор? Он же обалдеть сколько стоит. А то. Взломал я, значит, склеп. А они все там так и лежат. Ты бы их припрятал, пока кто другой не стащил. Да уж как-нибудь. Я их по всему кладбищу рассовал. Никто не отыщет. Даже нежить всякая, что тут бродит. Повылезла, понимаешь? Я шлем-то не успел заныкать. Ну да ничего, тут полежи. А ворота я открывать не буду, пока все не продам. Да ладно. Что это? Там кто-то есть, я лучше пойду. Убирайся из моего дома, попрошайка. Хорошо, угу. Я ухожу. Пойду типа поищу себе ночлег. Лопата. Нахрена нам не нужна? О, здравствуйте. Дела гильдии, верно? Желаете пройти через ворота былого королевства? Они много сотен лет как на замке. Говорят, отпереть их мог только привратник Ностро. Но он 200 лет как помер. И тайна его с ним, значит, похоронена в его склепе. А вам, наверное, на кладбище надо. Ну, пойдемте, я вас проведу. Давайте, пройдемте. Наручники оденем и в тюрьму посадим. Склеп Ностро на той стороне кладбища. На холме, за речкой. А мы скажем тебе... Стоять! Стой пока, миленький. А я пока вот шлемачки здесь. Ты что здесь было? Обнесу твою хату. Так, часы залазил. В принципе, выносить больше нечего. Так, снаряжение, зелье. Ловкости. Постоянка. Плюс 7000.
проще все нежить на ударах. На арену такой прийти, можно вообще завалить всех. Что у нас тут склепики? Серебряный ключик, 14. Да ладно. Вот тут что-то половить можно. Ну-ка. Ну, ловись, рыбка, давай-давай. Опачки. Еще один, ну, как раз. Тему. Ключик мы нашли, 15-й, значит. Надо теперь искать, где их применить можно. Хрен с тобой. Ну, тут тоже что-то можно половить. Тут скелет вылазит, а мы тут ловим рыбку. Зашибись, рыбалка. Давай, 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 давай. Опачки. Ваш. Тут же ничего нет. Что вы такое ищете? Да ладно. Я уверен, что этот хлеб пустой. Чего-то я только не вижу. Коза Ностра. Мои доспехи, шлем, мой меч и щит. Собери для меня, и путь будет открыт. Это склеп. Меч ждет героя в глубинах проклятых. Если ты храбр, глянь в могиле рогатой. Свали. Так, где у нас могилки рогатые? Чё ты нашёл? Блин, не то нашёл. Да ладно. Где ещё могилы рогатые у нас? Вот она. Это древние могилы. Их много лет никто не трогал. Да ладно. Вы знали, что тут пекут? Вот. Я с вами с нежитью успокоился, ты будешь перебивать, задолбаешься. Ah!
Мои доспехи, шлем, мой меч и щит. Ты собрал для меня, и путь будет открыт. Итак, ты вернулся, ему его доспехи. Тогда я пропущу тебя, но будь осторожен, не заляпай меня грязными пальцами. Так, мне нужно там что-то еще сползать. Я там что-то еще видел. Копателя могил. Блин, дочка. Теперь он присоединился к своим братьям. Сгонять в гильдию, прокачаться, что мы тут понабивали. Опачки. За ее пределы ты приведешь нынешнее задание. Ну, Коська, вот так вот, если... Ладно, придется остаться. Серия, может быть, получится большой и длинной. Так. Я думаю, на этом мы закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.